Всем привет, дорогие мои зрители и подписчики канала, с вами, как обычно, Катя, и мы с вами вернулись в Torchlight 2, спустя довольно-таки продолжительное количество времени. Мы сейчас с вами находимся в каких-то шахтах, на каких-то заводах непонятных, и нам нужно с вами найти чернокнижника, то есть, собственно, я не знаю, мы с вами движемся к финалу или нет, хрен его разберешь. В общем, такие вот у нас дела. Я тут успела прокачаться до 50 уровня благополучно. Кому интересно, вот такие вот у меня тут здесь показатели. Вот, и я тут с собой, как всегда, таскаю целую кучу шматья, которую я, скорее всего, не надену, но просто таскаю, потому что жалко. И из оружия у меня остались два пистоля, а вместо пушки я себе взяла арбалет мастера, потому что он просто феерически крут. И нам с вами нужно найти чернокнижника. Как я уже сказала, будет это долго и муторно, скорее всего. Я вообще, на самом деле, хотела надеть другую броню. Я сейчас просто вспомнила про свою броню. Я так и хожу с комплектом регента. Я давно бы уже хотела надеть что-нибудь другое. У меня вон есть броня и покруче, но... поскольку я так и не нашла никакого другого предмета из комплекта регента, приходится носить именно эту броньку, потому что, как вы видите, комплект регента, если есть три штуки из этого комплекта, похищается 20% здоровья в бою. И это очень полезно, очень помогает, особенно когда здоровья практически не осталось, тут бац, и тебе 20% похищается, и ты забираешь, и, короче, все очень хорошо становится. Вот. Так что такие вот дела, и поэтому приходится ходить в дурацкой броне, которая, я уже не знаю, как давно она у меня есть. Ну, ладно, я не жалуюсь. Я, наоборот, только рада, мне нравится эта броня. Меня вообще все, в общем-то, устраивает. Даже несмотря на то, что я, ну, скажем так, из всего того времени, что я играю, ну, довольно, скажем так, где-то треть времени я хожу с одним и тем же оружием. Так, вот эту заразу надо первым делом заводить. Потому что она кидается бомбой. Мне что-то кажется, что мы еще не раз и не два вернемся с вами на наш новый хаб, чтобы продать там все, что мы с вами здесь наберем. Потому что я чувствую, мы с вами наберем здесь немало. Немало всякого мусора и всякой хрени еще не нужно. Слушай, ты сдохни вообще. Пепельный маг. В каком месте это пепельный маг? Ой. Надо усесться поудобнее, а то серия хреновая будет, наверное, не знаю. О боже мой, это кто? Я даже не могу прочитать, как его зовут, слишком маленькие буквы, какой ужас. Разрабы, почему вы не могли побольше буквы в названиях написать, я не знаю. Так, сдох. Ребята, не надо. Все, до свидания. Господи, ой-ой-ой-ой! Зашла в гости, называется, ребят, зашла в гости! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Срочно хилку, офигеть! Так, надо оружие переодеть. Ой, блин, вот это просто офигеть можно. А, нет, до свидания! Да, да, гном, ты... Точнее, ну какой из него гном? Это не гном. О, еще один енот. А что он делает? А, зачарованные им предметы повышают параметры. А, так. Ну, я не знаю, что тут можно зачаровать-то, ё-моё. Блин. Мне все надо. У меня все хорошие вещи, я не могу позволить, чтобы они сломались. Ну ладно, давайте с вами штаны зачаруем, что ли. Так, предмет получает новые магические свойства. Плюс 6 к стойкости. Окей, отлично. Немножко себе жизни подняли. Тоже хорошо. Тихо. Ой-ой-ой, жизни. Так, и обратно арбалет переодеть. А, это у нас огнеметчик. Я думаю, что за рожа. Уху! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, переодеваем.
Зачем я переодела оружие, я не знаю. Тихо-тихо-тихо, там вон какой-то босс. Какой-то гномий босс. Тихо, пьем хилку. Я даже не успеваю их имена читать. Он еще и урон ядом наносит. Фью, не заметила. Не знаю. Так, все это все... Не, не все золото. Золото, конечно, золото. Золото, золото, золото. Давай, умри. Да чё так... Блин, как же вот раздражает, когда не могу прицелиться. И набить кому-нибудь мордашку. Так, 61 монетка. Ну, ладно, хорошо. Ёшкин кот, я могла бы не обходить все это и просто повернуть налево. Зараза, вот зараза. Не, ну ладно, ничего страшного. Мы с вами все по стандартному плану делаем, по стандартной схеме. Полностью открываем карту, зачищаем карту, таким образом прокачиваемся. Ну, вы в курсе, вы знаете, как это все работает. Глефа есть. Наверное, это считается типа как оружие ближнего боя. Дайте я посмотрю, что за глефа. Так, вот это выкинуть, выкинуть, выкинуть. А, глефа, двуручный топор. Фу-ху-ху-ху-ху. Да нахрен он мне сдался, ваш двуручный топор. Я не хожу с двуручниками. Я вообще не хожу с оружием ближнего боя. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Главное, что турель убрали, а то оно, блин, своими ракетами, блин, самонаводящимися. Эу, тихо. До свидания. А, еще один. Вот зараза, долго валится. А, он тоже 50 уровня, как и я. Все, до свидания. Да что ж мне так везет на боссов-то, ребята? Чего мне ж так на них везет-то? Я не знаю. Офигеть. Так, заклинашка. Она не сильно помогла, я смотрю. Так, кого мы тут? Давайте попробуем кого-нибудь призвать, я не знаю. Нет, мне не хватает, мне не хватает. Почему? Почему я не могу никого призвать? Почему? Что? Что такое? А, ладно, разберемся потом. Так, срочно хилку. Ничего не поняла, но я не могу почему-то призывать беса. Или кто там это у меня стоит, я не помню. Так, 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 так. Сейчас сделаем финт ушами, завалим вот эту вот морду сначала. Сдохни, пожалуйста, уже. Я тебе очень прошу, ты мне мешаешь. Так, выпили... зелье, зелье заклинашки. Вкусно было, кстати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, жизни, жизни вообще практически не осталось. Чё ж я не слежу так, а, вообще, вот просто не слежу. В бою как-то не замечаешь таких вещей, ребят. Ничего-ничего, он почти помер уже. А он меня еще и оглушил, зараза. Наконец-то. До свидания. Писем не надо писать, ты мне не нравишься. Так, пластинчатый каркасный шлем превосходства. Отстой. Отстой. Мой, конечно же, лучше. Естественно, мой лучше. Я вообще ношу все самое лучшее, что может предложить мне игра для моего класса. Так, ну и да, спускаемся вниз. Что у нас? Выбор, что ли, есть? Конечно, нет. Какой у нас может быть выбор? Мне нужен чернокнижник. Мне что-то кажется, что в конце я где-то буду драть одно место этому чернокнижнику.
Так, наколенники. Да господи, почему мне все время выпадает какой-то гадский лут? Я не знаю, вот. Чисто чтобы я его продала потом. Тихо. Тихо, 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 ребята, тихо. Ага. Офигеть, ребята, просто попала в самое пекло. А я всего-то спустилась вниз. Сдохни, слышь. Я сейчас на тебя все свои зелья потрачу, ты урод. Сдохни уже, ай, аллилуйя. Так, ну хотя бы зелье с него сняли. Так, не смей трогать мою панду, ты. Кусок железный. Не пойми чего. Так. Турелька, до свидания. Ой-о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 й. Ай, жизни, жизни, блин, жизни, ёшкин. Так, тихо. Все, все в порядке, все нормально. Все хорошо. До свидания. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, набежали, набежали, набежали. Да не, все в порядке вроде. Вроде все в порядке. Подходите, не стесняйтесь, я раздам всем. Никто не уйдет без своей порции милых женских подзатыльников. Я сегодня прям в настроении раздавать всем воспитательные подзатыльники, вплоть до смерти. Ай, так, блин, и опять, опять вот этот выбор, куда, черт возьми, идти, куда переть? Везде дохрена всего, куда идти, черт его разберешь. Зелье. Все, все хорошо. Так, до свидания. Большое открытое пространство. Не есть хорошо. Так, надо пройти сюда. У-ху-ху. Ой-ой-ой-ой-ой. Целых двое. Так, все, с одним разобрались. Зелье даже с него подняли. Ой, хорошо, ой, хорошо. Тихо. Так, отойду-ка я. Все, до свидания. До свидания, пишите письма. Панда, не лезь на рожон, ты горишь. Глупая панда, ничему тебя жизнь не учит. Охренеть, ребята, чего же их так много-то?
Обалдеть, обалдеть. У меня реально никаких зелий на этих за раз не хватит. Еще и карта такая здоровая. Ну, тут просто отдельный мир. Господи, ребята, как же их здесь много. Я просто, я не знаю, у меня скоро руки начнут опускаться. Чего здесь так много этих ребят? Может, давайте просто попробуем пройти к боссу и не будем заморачиваться уже, а? Пожалуйста. Можно же так сделать? Спасибо, ребят. Я знала, что вы не будете против. Вы клевые, ребят. Спасибо вам. Что-то мне кажется, что я здесь вообще никакому боссу не пройду. Штаны я хочу поднять, слышишь? Вот, наконец-то штанцы подняла. Ага, блин, мне все-таки придется, наверное, пойти либо туда, либо туда. Ю-ху! Все, до свидания. Панда, ты такие звуки издаешь, я просто не знаю, что с тобой делать-то. О, ребята, спуск вниз. Отлично, значит, я иду правильно. Честное слово, я просто не хочу идти уже в ту сторону карты, там страшно и печально, ну его нафиг. Я вполне неплохо так себе качаюсь сейчас. Прокачиваю скиллы и нормально. Не трожь мою панду, ты. Умник. Панда, вали его. Так, тихо. Блин, оглушил, зараза, оглушил. Все, до свидания. До свидос. Так, золото. Золото никогда лишним не будет. Так, турель. Турель, блин. Все. Так, ну что, еще ниже, да? Все вниз и вниз, все вниз и вниз. Все вниз и вниз и вниз и вниз. Что-то меня сегодня, знаете, так это на пение немножко пробило. Вы уж простите меня, ребят, настроение такое сегодня. Такое странное. Немножко. Так, ну что, наверное, есть смысл сейчас взять транзитный портал. Наверное. И сейчас вот с этим разберемся и продаться. А я еще куплю зелий. Опять мимик. Потому что я так чувствую, в скором времени зелий мне понадобится катастрофически много. Тем более, если мы с вами... О-хо-хо-хо-хо-хо. Тем более, если мы будем с чернокнижником драться. Так, я вижу сундук. Ой, это еще кто такой? Это еще один умник, да? Зараза. Так, давай. Что-то ему это, блин, как мертвому припарка. Просто эти зелья. Тихо, 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 тихо. Все, до свидания. Так, а он мне еще и зелье хорошее подогнал. А, все, твой инвентарь полон, да? Всякая фигня, 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 фигня. Так, ладно, подбираем штанцы и хорошо, делаем здесь.
Транзитный портал. Все, пошли. Пошли в главную шахту. Это мне прям уже, я физически чувствую, что мне не хватает зелий. Мне нужны срочно зелья. Они слишком быстро заканчиваются. Так, а где вот? Так. Кузнец, здравствуй. Как ты мне можешь послужить? Просто купи у меня все. Это, наверное, со стороны очень странно выглядит. Вот просто к кузнецу подходит воин, подходит ручная панда и вываливают ему на прилавок, ну или на наковальню просто вообще все. Все, что... Ай, что это было? А, это щит. Я уж подумала, что это я такое продала редко. Это был просто какой-то... Какой-то там щит. Ну, раз... Да ну его, щит. Так, что у тебя? Я могу тебе какие-нибудь заклинашки продать? Нет, а вот почему я не могу про вызов кровавого зомби? Странно так как-то. Вот почему я не могу его вызвать? Так, ну что, с новыми зельями в бой? Да? Я типа готова. Ай, тут же огонь. Ну, я надеюсь, что я готова, конечно. Ну, тут вроде бы... Блин, опять развилка, а? Ну, чё за фигня? Сдохни уже. Кажется, что пока я допру до этого чернокнижника, я успею тут себе еще один уровень даже поднять, скорее всего. Ой-ой-ой-ой-хо-хо-хо. Так, выпила зелий. Все, все хорошо, все спокойно. Опять эти силачи, да вы меня задолбали уже, честное слово. Ни сил, ни слов на вас уже не осталось. За все задевает, невозможно. Да, в следующий раз будет мне наука выбирать себе мышку гладкую. То она, блин, тут задевает за все поверхности. Так, ну что, все, можно идти дальше. Так, до свидания. А они больно кусаются, эти гномы. Что-то прям даже как-то удивительно. Так, куда? Куда, блин, мне надо-то, а? Мне надо к ним. А панда там моя дерется во все. Панда, живи. Тихо. Тихо, подлечиться. О-хо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 . Так. Подлечиться. Все, теперь можно обратно в пекло. Т.
Так, будем, короче, отходить сюда периодически, а то как-то что-то прям там совсем все плохо. О, там еще один зачарователь есть. Родной. О-хо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 -х
Охренеть можно, сколько их тут. Так. А, нет, отойди от меня, енот, блин. Видишь, делом пытаюсь заниматься. Все, до свидания. О, сейчас еще он повстают. Давайте, ребят, вставайте. Сейчас наберу полную хрень всякой фигни. Так, а что ты делаешь, чародей магистр? Ой, что за шматье? Дурацкое шматье. Так, все, пань. Нет, блин, да не тебе. Панде надо это дело скинуть. Так, сначала вас тут, ребят, смогу заварить. Сейчас еще окажется, что я куда-нибудь не в ту сторону вообще поперла. Вот будет просто победа. Так, что у нас здесь-то? А здесь у нас только вы, ребята, да? И больше ничего. Ну ладно, и золото. Да, все-таки, видимо, я думаю, придется делать на серию больше, чем я планировала. Я планировала делать 5. Сколько там? 5 серий по Торчлайту. Но явно придется делать 6. Потому что серия уже довольно сейчас здоровая получается. А до чернокнижника, походу, еще переть и переть. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Тихо. Просто убей их, и все. Так, все в порядке, здесь разобрались. Где босс? Да я знаю, что маны у тебя нет. Вот это, блин, зараза. Срочно, тихо, вали, он же сейчас убьет нас. Сдохни уже. Фух, так, сундук. Да, точно, вон вход к чернокнижнику. Слава Тору. Я тогда сейчас перед чернокнижником еще раз схожу в хаб. Чтобы в последний раз, скажем так, закупиться зельями. О, еще одна. И продать все, что мне не нужно. Ну, блин, давай, сундук.
подобрали всякой хрени целую кучу. Так, ну что? Транзитный портал. Еще один. Может быть, даже в этой серии с вами завалим чернокнижника. Будет круто. Я, правда, надеюсь, что на этом игра, в общем-то, уже и закончится. Потому что я уже в нее играю уже, знаете, довольно-таки давно. И игра уже начинает немножко так поднадоедать. Не то, чтобы она мне не нравилась. Нет, эта игра офигенская. Очень крутая. Но что-то она какая-то затянутая немножко, долго. Так, еще зелий, еще зелий. Все, хватит. Фух, ну что? Ну что? С помощью, скажем, этих стражей, я надеюсь, мы победим этого чернокнижника. Противная морда. Так, давайте-ка я здесь сохранюсь. То всякое бывает. И на старуху бывает проруха, как говорится. А с чернокнижником мы с вами, я думаю, ох, как попотеем. Типа, это ж, наверное, последний босс будет, я так предполагаю, да? Ну, я ж правильно понимаю, что последний босс в игре. А что у нас здесь? Что-то как-то... Так, окей, видимо, это все. Ну ладно. Так, еще можно сюда спуститься. Что-то это так странно, как-то так, вентиль. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Смей бить мою панду. Урод. Сдохни. Так. А чё он не встает? А, сейчас встанет. Сейчас встанет, да. Ну ты будешь поднимать этот дрободан или нет? Так, все, да? Вот, кстати, эти механоиды довольно-таки простые. Вот они хорошо убиваются, а главное быстро. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Панда, чё ты стоишь на месте, а? Вот же упоротое животное. Такие куски брони летают везде. Зачем это мне надо было, вот, простите. Спрашивается, нахрена? Не, ну ладно, ладно, раз сказали, нужно, потому что нужно тут по вот этим вот местам пройтись. Ну давайте пройдемся, что у нас выбор, что ли, есть? Нету. Опа, набежали, друзья. Блин, очень удобно, когда они все на панду наваливаются сразу. Так, вентиль. Сейчас тут еще кто-нибудь вылезет, конечно. Все, до свидания. Так, сейчас этот еще встанет, да? Ага. Все, спокойной ночи. Так,
И что я в итоге сделала? Вот оно что. Вот оно как. Так, тогда давайте я еще и здесь сохранюсь. На всякий пожарный. Так. Большое открытое пространство. Чернокнижник, ребята. Все, чернокнижник, блин. Чернокнижник. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ничего, мы его с вами закидаем, все получится. Главное вовремя... Ай-яй-яй-яй-яй! Главное вовремя зелье пить. А он еще и телепортируется, зараза такая. Он еще и телепортируется. Тихо. Ах ты, зараза, опять вызвал себе помощника. Не, ну, я могу тебя понять, это будет вполне справедливо, а то я вдвоем на тебя с пандой, а ты один. Это было бы неправильно. Я хочу драться с тобой максимально честно. Хотя, может, и не стоило бы, не знаю. Ну ничего, мы его уже почти закидали, ребят. Так, мы его еще нифига не завалили. Да. Мы его с вами будем валить еще очень долго. Но мы его завалим, ребят. Нифига, нифига. Она вызывала. Вот зараза такая, а. Слышь? Тихо. Да, дело начинает пахнуть керосином, определенно. Определенно, ребята, тут все становится очень печально. Тихо. Ничего, уже почти. Главное не забывать вовремя зелье пить. Это самое главное просто. Так, конечно, мы у входа на карту, блин. Япона мать. А, нет, подождите. Блин, вот это попадос. Так, ну хотя бы заново все делать не надо. Так, возвращаемся в хаб. В смысле, почему это? Так, тогда... Ладно, не, попробуем его закидать.
Попробуем закидать его так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ребята. Ай-яй-яй-яй. Блин, и ведь заново реально. Или нет? А, нет, слава богу, не заново. Все, мы его здесь закидали. Всего ничего, господи. Я испугалась. Так, сохраняемся. Я уж подумала, что мне придется валить его заново. Да, здесь будет прям очень жестко все, ребят. Так, переодену-ка я оружие. Блин, сдохни, ебона мать. Скотина, сдохни. Черт возьми. Все, ребята, он подох. Он подох. Фух. Аж от сердца отлегло. Так, что тут мы подобрали? Всякую хрень. Так, огненный имбирит оставим. Что это? Задачное копье. Боевая акула. Крутое копье, но мне оно ни к чему. Так, кольцо я не могу носить. Ледяной имбирит. Красивая штука. Оставлю себе. Буду перед сном любоваться. Ой, так, все, господи. Так, ну и что? Господи, еще вниз? Куда ж еще вниз? Вы издеваетесь, что ли? Куда дальше-то? Я думала, что на этом игра закончится, честно. Как-то что-то, блин. Ё-моё, почему? А! Так. Ага! Сердце мира. Уничтожить лорда Нетерима. Ну окей, хорошо, мы это
Знаете, наверное, это мы уже с вами в следующей серии сделаем, потому что что-то я думала, что игра с этим чернокнижником закончится, но нифига она не закончилась. Поэтому увидимся с вами в следующей серии. Я надеюсь, эта серия вам понравилась. Вот. Не забываем подписываться на канал, оставлять свои комментарии и ставить большие пальцы вверх. Мы же сегодня завалили чернокнижника. Конечно, конечно, ставьте лайки. Поддержите меня с пандой лайком за убийство чернокнижника со второго раза. Фух. Ладно, ребят, на этом все. С вами была Катя. Всем хорошего и всем пока.